Привет, народ, с вами Ник Фрост, добро пожаловать в утиные истории, где у меня, походу, последняя миссия, о которой я там начитался в интернете, что, возможно, она нестабильна и вылетит во время диалога с финальным боссом. Сейчас мы это проверим. Это все клево, но он должен возродиться. Возродись! Вака-вака! Все такое красное. Еще на моем новом мониторе у меня прям глаза вытекают. Реально все насыщенное. Так. А с чем эти штуки? Я что, по ним прыгать не могу? Могу. Зачем они это сделали? А, они обрываются, ничего себе. Оу, ес! Юпикей! Что я не понял прикола, ну ладно. Ах ты ж бисова мыша. Ау-ау-ау. Да блин. Запутано. Чего? Что я там включил? Что я там включил? Вибрация? Вот бы еще здесь сердечко найти, вообще было круто. Да блин. Падай! Какого фига ты тут встал? Конечно, фёрст, блин. Ты ж сыкло. Оп, гоу-гоу. Гоу-гоу. Вау. Нифига себе, если бы еще очков этих не было. О, тут там на заднем плане. Не буду я с ним соревноваться. Вот щит побери. Разбомбил ту штуку. Ooh.
Как ты сюда залетела? Блин, падла. Piece of shit. Так, что говорит... Ох, ты ж гаденыш. А, тут и подставочка. Я думал, тут ты меня хочешь огреть той штукой по голове. Ё-моё, супер мидбой. Ау-ау-ау. Это хорошо, что у меня так много жизни. Чё тут нету никакой нычки? Ба! Layer 3! Там, блин, ё-моё. Граф Дракула, я иду к тебе. Кряк Дракула. Ну, это не то, что я хотел, но ладно, и так пойдет. Забавно играть в такую игру на компе, который спокойно метро тянет, да? А чё я ударился? Это фигня, блин, не должен. Why this Scrooge McD не долетать, а? Ух. Уи. Уи. Воу-в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 оу. Нет. Как-то не так. Как-то не так. Сейчас узнаем. Move on, MacDuck. Что это? Да ну нафиг. Так, а если я тебя хочу собрать, что я должен делать? Прикол. Прикольно. Вот баран. Ступид бой. Так, по низу покатались, теперь поездим сверху. Там, а где шарит? Бах! Бах! Только сколько время? Ого, нифига себе, мне скоро выходить, а я тут в утиные истории играю.
Ну, это паскудство. Где же нычка, блин, с жизнями? Где ны... А, блин, держись. Нычка с жизнями где? Чего? Падает мне на бошку? This is bullshit! Это что еще такое? Player 1, Player 2, Player 3, ёлочка, гори, блин, ё-моё, ну всё, нахер умирает. Блин, надо было бежать раньше. Как классно, когда до хера жизни поставил, да? На читок. Так. Ну же, нычка, скоро босса, я никаких сердечек не получил. Где ты? Где ты, родимая? Let's go. I'm a busy duck. Let's go. Да плевала, то что ты фёст. Так, сейчас будет что-то. Тут, наверное, вылетит, да? It took you long enough to catch up. What's the matter? Gold bricks in your caboose? Oh, shut your beak. You're not getting any younger yourself, you old windbag. Hush! Magicka may not know we're here yet. We don't want to lose the element of surprise. Okay. So, you have decided to deliver dime after all. Гривенник! Release my nephews, you evil enchantress! Oh, not until you show me number one dime. Ох, он и магический, этот гривенник. Now, let the boys... What? It's been great doing business with you, Scroogey. You too. You've been in cahoots from the beginning. No, even before beginning. Do you remember who sold your painting in first place? 'Twas me in disguise, you fool. Why, you... No wonder it was such a bargain. $5 painting for you saved expensive treasure hunting expedition for me. And now, at long last, I am ready to use treasures. Что я заметил? У меня вогнутый монитор, так текст на нем странно читать. Вот этот внизу. Enough with the smoke and mirrors routine. You've got my dime. Это как-то необычно. Oh, boo-hoo. No time for buyer's remorse from old has-been. Better to stick with master plan. Давай своего крека. А интересно, если пропустить эту заставку, то выкинет оно или нет? Блин, надеюсь, я вообще пройду игру и никаких проблем у меня не будет. Dracula Duck. I, Magicka the Spell, have summoned you to do my bidding. You must obey my will and mine alone. And my will is that you destroy this meddling old fool. Нормально. Там, наверное, после боя выкинет. Чё, блин? Да блин. Что ты там кидаешь? Ого. What is this? Да блин, может, ну нахер тут? Блин, что с тобой делать, а? Что это было, блин? Ё-моё! Ну где он, где он, где он, где он? Да блин, ну я же успел.
Вот это жесть. У меня никаких сердечек на вас не хватит. How dare you? How dare you? Блин, блин. Ух ты, ёп. Во-в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 о
Да блин, ну слышь, ты аукаешь, я, блин, вроде все четенько напрыгнул. Я, блин, Марио проходил на всех сложностях, блин, у меня опыт, йоу. Правда, это было более 20 лет назад. Так что Коля немного постарел. Ой-ой. Буду скрины делать. Мухи быстро не опускаются. Опа-на, это уже посложнее. Тут надо тайминг, идеальный тайминг. Дай, мазафака, дай, мазафака, дай. I will have my victory. О, не-не-не, это мне не понравилось. Я не понял, как с ним бороться. Ба, лох. Блин, нет, не лох. Если я свалю вообще нафиг. Блин, оно бьется еще? Я думал, по нему побегать можно. Че за отстой? Мышки не туда летят, болван. Маджика. Да блин, ну как так? Давай, сколько можно? Ой. Они еще и такие самонаводящиеся, малеха. Вот блин, а. Бласт. Блин, сердечки заканчиваются. Мне это не нравится вообще. Да блин, ну как ты зацепаешься клювом, что ли, блин? Тупый старый Макдак. Вау. Тьфу-тьфу-тьфу, пока ничего не выкинула. О, boys, I'm so glad you're all right. We knew you'd save us, Uncle Scrooge. We knew you would. We sure did. Down that hole, lads. Launch pad will be waiting to take you to safety. What about you, Uncle Scrooge? Yeah, the whole place is falling apart. Magic and Glumgold still have my number one dime, and I'm not leaving without it. You boys get going. Good luck, Uncle Scrooge. Дайте гривенник. Give me dime. Not till you give me those treasures. I want to be filthy, stinking rich. You already are filthy, stinking rich. But not as rich as that Chiseler McDuck. Where's the treasure? No more horseplay. I need that dime. Oh, no, you don't, missy. Let go, you fool. Сейчас будет экран подниматься снизу вверх, наверное. Как в Трайн. Каким образом я туда должен попасть? Алло. Number one dime is mine.
Я типа не успел? Так тут ни таймера, ничего не было. Как я должен догадаться, что... Когда оно тут за скрипты срабатывает? Да, блин. Че, они реально думают, я должен их обогнать? Да ну. This is unbelievable. Да блин, еще если бы этот мистер Макди не падал. Нифига себе, это будет сложно. Прям как в Трайн последняя миссия, где надо было подниматься к боссу. Сука, если бы еще он не это самое не делал вот так. Да ёлки зеленые, мистер Макдак, да что ж вы творите? У Коли ж нервы не железные. Да все, Маджика где-то там уже. Ого, это капец. Нифига себе. Ну что-то тут сложность какая-то. Немыслимая. Так, ну попытка не пытка. Давайте еще разок. Че мы, блин, мы не сдаемся после только одной неудачи. Ах ты ж пидорас. То ли оно должно на самый верх забраться, я не пойму. Как тут устроены эти подъемники? Нифига себе она урвала. Да я почти допрыгнул. Капец. Моя прелесть. Ну, дрочишься тут подниматься, блин. Быстрее их окажешься. Фиг вам. Nice try, Magica, but I'll be taking my dime with me back to Duckburg. Have a lovely time together. Вот, точно уже как в этом. Хардкор, блин. Ах ты ж ё, а, схватился. Да вы гоните. Ланчпад, давай ланчпад, спаси меня. Ой, как я рад, что ничего не зависло. Number one dime, return safe and sound. But Uncle Scrooge, well, what about the treasure? Yeah, we had it and we lost it. Sorry, Uncle Scrooge. Come on now, boys. We may not have got to keep the treasure, but we had the adventure of a lifetime. And best of all, we got to share it together. You, Webigail, Launchpad. And Epworth, too. Don't forget about Mrs. Beakley, and Baba, and Fenton, and Gyro. They helped us, too. Та молодцы. Indeed they did, lads. Now, come on. Let's head for home. Let go of me, you doddering old deadweight. Oh, pipe down, you mangy bum. Как он там висит? Чё? Вау, я прошел игру, Люблю игры, которые можно быстро пройти. О, ничего себе, самым богатым селезнем в мире. Тут даже на русском. It was real swell of you to give Glamgold a lift home, Mr. McD. Hi. I'll put it on your bill, Flinty. You can pay me back in, oh, say 3 to 5 years. With interest, of course. I'll get you for this, McDuck. А те улыбаются, собаки. My words.
Now, there's a sight I never get tired of. Come on, lads. Let's head to the ice cream shop. Come on, lads. Опоночка. Hey, can we each get our own cone this time, Uncle Scrooge? Oh, why not? I'm in a generous mood today. In fact, each of you can even get a cone with ice cream in it. А то ты просто им стаканчики давал без мороженого, что ли? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вау, классика, блин. Вырубаем, пока меня не забанил Capcom и Disney. А, не выключается. Оу, щит, меня забанят на YouTube. За использование лицензионного контента. Так. Ладно, ребята. Короче, была забавная игра. Утиные истории, забецанная Капкомом по лицензии Диснея. Ну, если честно, вот этот ремейк, я не знаю, кто его делал. Да как-то пофиг. А это, кстати, вот эти картинки, которые купить можно. Блин, ну ненавижу фирмы, которые не разрешают пропустить. Ладно, с вами был Ник Фрост. Утиные истории. Всего вам хорошего. Играйте в хорошие игры. Не знаю, хорошего вам настроения. А у меня сейчас лето. Гуляйте, отдыхайте. Всем пока-пока.